Друзья, а вы ждете премьеру новой песни с нового альбома? Какой-то был, ты кто? Проверь строй, пожалуйста. Аккорд прям. Вот до этого прямо сейчас вот в припеве. Может быть случайно. Не-не-не, он прям затянул прям такой мимака. Сегодня, друзья, день сурка. День сурка продолжается. Сегодня новый город. Королев. Вчера был Реутов. Вчера был в Люберце. Не надо мне как-то. Влад! Где? Где табличка? Где табличка с городами? Шлем видел, Сереж? Что видел? Новый шлем усовершенствован. Для большинства. Класс. Для кого? Это для кого? А, это место? Это если Серега Макушев. Мне кажется, туда просто сперли идею. 100%. Мы здесь репетировали же, помнишь? Итак, друзья, саундчек происходит в городе Королёв. Сегодня концерт в 8 часов вечера. Такой сегодня красивый зал. Мы репетируем, мы проходим. Сегодня вечером, друзья, вот все пока вы слышите, сегодня вечером я вам... сделаю небольшой подарок в качестве кое-какой новости. Так что вот, концерт отработаю, и сразу же вот, заходите в Инстаграм ко мне. И я сразу вам кое-что сообщу. Интересную новость. Чек-обезьяна. Так. А все помним, что мы здесь репетировали 2 года назад? Да, помнишь, да? Мы в этом зале репетировали шоу 2 года назад, когда только его выпускали, мы его здесь репетировали на этой площадке. Вот. Так, ладно. А ты подстроил? Да? Конечно. А можно что-нибудь послушать? Я еще уже послушаю. Через дорогу. Сколько людей контролируют Эдик, процесс? А, тебе не стыдно с балалайкой ходить играть? Так это очень удобно. Что за балалайка? Мы столько прыгаем за концерт, что нам это нужно обязательно. Хорошая гитара? Отличная гитара. Всем рекомендую Фрамус. Отлично. Немецкое качество. Он просто... Обращайтесь, если что, помогу. Он просто лицо этой гитары, этой фирмы. Вот такие лица у немцев. А ты чего лицо? Я лицо пирожков. А? Пирожков из Макдональдса. Не слышу. Пирожков из Макдональдса. А, понятно. Расчужен. Видите, все держится на честном слове. Все на скотче. Вообще, вообще, на самом деле, разжирел. Так, это так, как ты обычно играешь, да? Да, так красиво. Ладно. Ну, всех похвалил из коллектива. Всех похвалил из коллектива, давай. Все самые... А что такое? А это откуда? Это точно не я. А, это ты, сволочь. Мы просто забили продукты. Знаешь, это на так красиво надо. Твоя любовь, это так красиво. Во всех... Блин, смотри, не перепутай, это же... Это реально сейчас как мне важно. А то врубишь что-то другое на так красиво, и не получится. Так, ладно. Что, споем? А? Брекин. Че? Брекин. Что? Breaking away. Давай. На.
will take you higher, the stars are shining brighter. If you stand and don't look down, forever. Надо просто поставить сюда. Где какой-нибудь? Дай мне штучку. Поставить. А, прямой эфир? На. Подожди, а его вот так смотрит или его вот так смотрит? Не-не-не, вертикально. Так? Да. Вертикально. Да-да-да-да-дам. А! Так. Давай клавишу. Ребята, вы просто сейчас... Не, пожалуйста, пожалуйста. Просто весь народ придет, сейчас на вас пройдет. А? Новые спойлеры для тебя. Да. А, новые спойлеры для тебя. А... Ты мне сейчас что сделал? Минус один. Как вчера начинали? Как вчера начинали? Да, здесь зал просто... Давай клавиши. Снизу. Линейка. Яма. It's the dark. Просто Паша молитву, либо молитву. А давай вспомним. Bed set on the mantel, and when the dancing came, a song of love. Da 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 da
песню так красиво. А можно что-нибудь, типа, знаете что? Я понял, потому что я на флайере как долбанул. Нет, бочку. Долбанул, он нереальный, давайте. А, нереально, да? А нереально долбанул. Так, давайте нереальную штуку. А, акустику. Паш, закрой акустику, пожалуйста. Я потом поменяю, сейчас пока мы сможем. Окей. Прости меня, прости меня, прости меня, слышит. We'll be right back.
Из-за того, что гул, из-за того, что собирается здесь, да, у меня просто чуть-чуть четкость теряется, чуть-чуть из-за этого. Что мы можем сделать? А, Жень, сможешь субы прибрать на бар? Или давай попробуем что-то. Что попробуем? Субовую секцию сейчас мы чуть-чуть вырежем. Да. Чуть-чуть, да, чтобы она не так мне гудела на, ну, на сцене здесь. В ушах? В ушах чуть-чуть как. Не, в ушах все. Ладно, все. Друзья, все, спасибо огромное. Мы продолжаем репетировать. И Королёв сегодня, кто здесь рядом, приходите. Пока.